Сегодняшний день в нашем политехе наполнен красками, ароматами и ритмами африканского колорита. Ведь сегодня день Африки, день, когда наши студенты и преподаватели могут ближе познакомиться с богатой культурой и традициями этого удивительного континента. Студенты из разных стран, обучающиеся в Эрнету, демонстрируют свои таланты и делятся культурными особенностями своих родных мест. Традиционные наряды, африканские барабаны, зажигательные танцы – все это создает атмосферу африканского праздника и единства. А теперь давайте посмотрим на их концерт. Я каждый год с нетерпением жду этого дня. Это уже третий раз, когда мы справляем День Африки. Во-первых, это потрясающая атмосфера, потому что каждая страна обладает своей самобытной культурой, и когда они соединяются вместе и начинают танцы, песни, когда каждая из них начинает рассказывать о каких-то традициях и обычаях своих народов, это всегда очень вдохновляет и воодушевляет нас на то, чтобы продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, продолжать стараться сделать все возможное для того, чтобы ребята в Африке получили необходимый им уровень образования. В России хорошо, люди добрые, но холодно. И русский язык сложный. Но остальные все хорошо. Today was great. This is an African Day celebration. We appreciate everyone for coming. And we want to show everybody, like we always do, the beauty of Africa. How we want all other people to see us, to appreciate African culture by music, by clothes, by dances. It was a great day for us today, and we want to keep it on every year to celebrate the beautiful African culture. Мы стали свидетелями того, как культура может объединять людей независимо от границ и расстояния. Пусть каждый из нас внесет частичку этого праздника, а также понимание и уважение к богатому наследию Африки. Этот день показал нам, как важно помнить о ценности культурного обмена и взаимопонимания между народами.